Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 21 ноября. Ежедневно за богослужением Святая Церковь предлагает нам с вами для назидания и рассуждения евангельское чтение. Сегодня это Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 1 по 6. Давайте послушаем этот отрывок в прочтении иеродиакона Свято-Троицкой Александра Невской лавры, отца Александра. «Речи Господь своим ученикам, слушая вас, меня слушает, и отметаяся вас, меня отметается, отметаяся же меня отметается пославшего мя, возвратившаяся же седмися с радостью глаголюще, Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем, рече же им». Видих сатану, яко молнию с небесе спадша. Се, даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит. Обаче, осем, не радуйтесь, яко дуси вам повинуются, радуйтесь же, яко имена ваши написано суть на небесех. В той час возрадовался Духом Иисус и рече, «Исповедуйтесь, Отче Господи, небесе и земли, яко утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась и там младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть, благоволение пред Тобою». Так, дорогие братья и сестры, этот евангельский отрывок звучит на церковнославянском языке. Но прежде чем нам приступить к рассуждению, прочитаем вместе это зачало в русском синодальном переводе. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». И они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Жалея множество народа, не имеющего пастырей, и желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников, повелевая им при этом проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Зная, что от апостолов будут требовать знамений как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Блаженный Феофилакт отмечает следующее. «Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса – проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силой бесовской, но проповедь их не была истинная, а поэтому и чудеса их не от Бога. И повелел Господь ученикам,
ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Ради успеха проповеди Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые, трудясь, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию и воздаяние за свой труд. И, следовательно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради верного им служения, были лишены необходимого для жизни. Ученики не должны были заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны были идти такими, какие они есть, не думая о перемене одежды или обуви, возлагая все упование на промысел Божий. «И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». Наставляет Господь своих учеников, дабы они останавливались в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отрисали малейшие частицы языческой пыли от своих ног. Архиепископ Аверкий Таушев замечает: «Евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, и ее надо отрисать. Ученикам же велено было вести себя так, как и раввин вел бы себя по возвращении из языческой страны, отрисать пыль от ног тех, которые не приняли учеников, в обречение и осуждение их неверия. Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто благовестие услышал. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов еще при своей земной жизни, отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он – Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их. Очевидным является и то, дорогие братья и сестры, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровения, переданные апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови неси.